Екатерина Камышникова и Юлия Коростелева. Оценку Камышникова известна 9.037. Коростелева мы не знаем пока, ее, какова была оценка. Но, судя по всему, высокая. Зрители аплодировали, и в итоге 9.500 у Коростелевой. Да. И звезда сегодняшнего эфира, несомненно, звезда Елена Замолодчикова. И объявлять-то, я чувствую, тебе хочется так же, как она сама работает. Не, ну потрясающего спортивного темперамента девчонка, конечно. Ну, стоять надо. Бесшабашно так акробатика только Замолодчиков может. Вчера на бревне, конечно, лобознем было очень хорошо. Просто вот на редкость. Не сразу переведешь, что она натворила. Она и сделала и с поворотом, и фляг, и все ноги врозь, и все это в каком-то фейерверке. Вот прыжок один, второй, и опять оборот вокруг бревна. Такое КПП, что такое бревно? Что вы думаете, она это не делает? Она это делает, как говорится, по копейке. Ну, все. Она тоже ушла во вторую группу финалисток на этом снаряде. Ну вот знаю, может быть, еще как-то по нисходящей получились, да. Случайно или нет, но тем не менее получились. Ее выступление в финалах на Кубке России. Два блестящих прыжка, потом прекрасная работа на брусьях, но неудачный, соскоки, да. Чем я бы сказал, глупо неудачный соскок. Потому что ее хватало даже еще на больших.